три, четыре, пошли. Да. Уважаемые друзья, все уже знают, что компания Gulfstream занимается производством лодок из неубиваемого HDPE. И на сегодняшний день у нас два проекта. Один из них GS4700 длиной 4,7 метра, второй проект уже сертифицированный 7300. В данном случае вот лодочка, которая у нас в эксплуатации находится уже 2 года, проекта GS4700. Мы долго ждали, как бы, когда она каким-то образом может пострадать. Пострадать от чего? От нашей эксплуатации, от того, что мы не скупимся и передаем в тест-драйвы эту лодку. Вот. И вот мы, кстати, приглашаем на ближайшие тест-драйвы вам. Ближайший будет в Херсоне на этой неделе. И, наконец-то, мы дождались о том, что у нас на лодке появились определенные изъяны по корпусу. После очередного тест-драйва мы обнаружили несколько мелких ссадин на нашем корпусе. Несколько было вопросов о том, как делать так, чтобы наш корпус этой лодки оставался как бы вот идеальным максимально. Мы всем объясняем, что на самом деле философия владения этой лодки немножко другая, отличная от того, что мы знаем по алюминиевым лодкам, по ПВХ-лодкам типа РИП там, и так далее. То есть эти лодки для жесткой эксплуатации, и мы не боимся каких-то мелких задраин там на нашем корпусе и так далее. Но коли они появились, и коль вопросы есть, как это исправить, мы решили вам показать сегодня, как это делается. Мы покажем вам, что у нас за изъяны появились, мы покажем, какой мы инструмент используем и как это делается. Вот тут, вот. Вот тут где-то было. Вот. Ну что, ребят, давайте еще раз посмотрим, что у нас получилось. Смотрите. Вот это место, это же место. Ну, честно говоря, с трудом узнается, что здесь что-то...